Приветствую вас. И вы знаете, вот отвечая на вопрос, который вы задаете, хочется вам сказать следующее. Вернуть девушку вы можете только в том случае, если будете относиться с уважением к ее решению. Каким бы решение ни было, что бы она ни решила для себя, например, вам нужно относиться к этому с уважением. Потому что, когда вы не относитесь с уважением к тому, что она решила, вы обесцениваете ее. Вы обесцениваете девушку, вы обесцениваете то, что она сама для себя решила. А это значит, что вы ее не принимаете. Если вы ее не принимаете, это означает, в свою очередь, что вы ее не любите, что она и чувствует. Это первое. Второе. Нет никакой гарантии. По крайней мере, нет 100% гарантии, что вы сможете девушку вернуть. Даже если сделаете все, что необходимо. Даже если, там, не знаю, вы, ну, гипотетически, даже если вы изменитесь так, как она хочет, вы не сможете, скорее всего, ее вернуть. То есть вы, скорее всего, не сможете вернуть ее только изменениями своими и только какими-то своими действиями. Потому что изменений и действий мало, просто мало. Нужно еще и желание самой девушки. Если этого желания у нее нет, а это желание не связано с каким-либо условием, понимаете? То есть здесь еще один пунктик в сторону того, что у вас может быть не совсем любовь, потому что вы говорите так. Вот я изменюсь, вот я что-то сделаю, вот я что-то осознаю, я что-то пойму, и она вернется. Или я что-то сделаю, я что-то приприму, я что-то решу, и она вернется. Это не так. Дело в том, что подобный подход означает, что вы рассматриваете отношения как что-то условное, а отношения условными быть, в принципе, не могут. Понимаете? Это отношение между двумя людьми, это безусловное взаимодействие. В данном случае речь идет об условном взаимодействии, а значит, ну, как бы вот, к любви, именно к любви, да, это имеет весьма-весьма посредственное отношение. Ну, просто потому что есть условия. Дальше. Вы пишете. Со своей девушкой знаком уже более 2 лет, примерно только же продлились наши любовные отношения. Ну, то есть, смотрите. У меня такое чувство, да, что вы слишком бурно развивали свое взаимодействие, да, то есть вы пишете, что жили вместе уже с 3-го месяца знакомства, то есть это так достаточно быстро, вот. Ну, я, конечно, не знаю, может быть, у вас контекст отношений такой, что это было позволительно, ну, приемлемо, нормально. Но, как правило, людям даже нужно больше времени, чтобы друг друга узнать. Тем более, если вы говорите, что у вас были ссоры, да, конфликты, вот. Это очень, очень важный такой момент.
Очень важно и то, что вас объединяло. То есть вот что объединяло вас с ней. Были ли у вас какие-то общие интересы? Были ли у вас что-то, что связывало или нет? Если было, то что это было? Ну вот конкретно, там, что это было. Далее, из-за чего вы ссорились? То есть вот, именно вы, не вы оба, как пара, а вы, Николай. Вы говорите, все было очень хорошо. Что вы понимаете под этим? Что значит очень хорошо? Очень хорошо для кого? Для вас или для нее? В декабре в один день она позвонила мне и сказала, что хочет расстаться со мной. Если честно, для меня это был как удар грома среди ясного неба. Смотрите. Здесь есть один момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Понимаете, отношения – это не инвестиция. Отношения – это взаимодействие двух людей, которые не могут знать, что будет, например, завтра, которые не могут, ну, и, в общем-то, наверное, не должны знать о том, что будет завтра, и как следствие, никакой гарантии, не может быть того, что человек будет, допустим, с вами, ну, к примеру, всю жизнь. То есть этого вам гарантировать никто, ну, никто в принципе не может. И вы знаете, как мне кажется, это нормально, что никто не может вам гарантировать подобного. Потому что это и есть человеческие отношения, когда существует такая, знаете, некая доля, ну, некая доля, может быть, неопределенности какой-то, да, и так далее. А вот вы, такое впечатление, что на это, на то, что вот может быть какая-то доля неопределенности, вот вы на это такое впечатление внимания не обращали. И акцента на этом вы не делали. И когда ваша девушка сообщила вам о том, что она с вами расстается, для вас это стало очень неприятно. То есть неприятно и неожиданно. Я не говорю о том, что вы должны были бы этого ожидать. На самом деле, никто не может этого ожидать. Но то, что вы отреагировали так, то, что вы отреагировали вот так, как отреагировали, ну, говорит о том, что, по-видимому, вы слишком в девушке своей нуждаетесь. А излишняя нуждаемость в человеке, как правило, приводит только лишь к негативу. Потому что человек, сам человек, чувствует некоторое такое, знаете, давление. Человек чувствует некоторое давление на себя,
на себя. Когда вот в нем чересчур сильно нуждается. И здесь очень важно, здесь очень хочется спросить у вас о том, с чем связана такая нуждаемость в девушке с вашей стороны. Дальше. Это произошло в тот день, когда у нее умерла бабушка. Ну, совершенно неизвестно, как восприняла ваша девушка смерть бабушки. То есть, может быть, она восприняла это как наказание, к примеру, за то, что была с вами. То есть она посчитала, что вот бабушка умерла из-за того, что я, ну или типа не из-за того, а бабушка умерла, а я с ней там время не проводила, ну, к примеру, да, к примеру. Такое вполне может быть. То есть неизвестно, какие выводы сделала девушка, как бы вот из смерти бабушки. Совершенно неизвестно, какие она сделала выводы, но очевидно, что она посчитала, что вам нужно расстаться. То есть я не говорю на самом деле о том, что это прям хорошо. Я об этом не говорю. Я не хочу сказать, что это прям хорошо, что это прям здорово, что это прям правильно. Ну, вот. Но если так получилось, если так получилось, если так вот случилось, да, то, ну, возникает вопрос, а не было бы правильным, опять же, принять? То есть просто вот принять такой выбор девочки. Который, да, он неприятный, да, он может быть непонятный, но это ее выбор. И, наверное, она... Я имею в виду девушка. Хотела бы, чтобы вы, ну, отнеслись с уважением к ее решению. Как вы считаете? Сами. Вот как вы думаете? Именно вы как думаете? И что вы думаете об этом? Вот. То есть, мне кажется, что этот момент нужно исследовать. Дальше. Поначалу я думал, что это розыгрыш, но с другой стороны, все становилось более реальным. А почему вы считаете, что считали, точнее, почему вы считали, что это розыгрыш? Ну, то есть, у девушки умерла бабушка. Вот. И вы считаете, что она вас разыгрывает. То есть, ну, мне кажется, это несколько странно. То есть, опять же, это вопрос. Это вопрос к вам. Вопрос к вам. Почему вы так считаете, во-первых? Во-вторых, это вопрос к вам, что вас натолкнуло на эту мысль. Вот. А были ли... скажем так, какие-то предпосылки для того, чтобы так думать, для того, чтобы так считать. Вот. Мне кажется, это очень важный тоже момент. Дальше. В итоге я пришел к ней на следующий день, она дала мне мои вещи, мы немного попили чая, и я ушел. То есть, ну, здесь
как бы вот тоже не совсем понятно ваше поведение, честно говоря. То есть, если вы хотите, там, ну, допустим, если вы хотите сказать, что девушка вам дорога, да, если вы хотите сказать, что девушка вам ценна, то почему вы, условно говоря, ну, позволили там себе уйти, например, почему вы ушли? То есть вы говорили, что вы немного попили чай, но опять же, разговаривали ли вы, пытались ли вы поговорить, пытались ли вы там выяснить, к примеру, почему она вела себя вот именно так, да? То есть это, мне кажется, тоже то, на что очень желательно обратить ваше внимание. То есть у меня нет ощущения, да, что вы, ну, что вы пытались бороться, допустим, за нее, что вы пытались как-то вот до нее донести, что, ну, свое отношение. Вот. Что здесь вы, может быть, проявили какую-то, ну, какую-то реакцию, которая ей не понравилась. Хотя, опять же, это не точно, это нужно исследовать. Тут ни в коем случае я не истина в последней инстанции. Вот. Так что тут такой комментарий, может быть. Идем дальше. Как бы я ни пытался узнать причину или уговорить ее вернуться обратно, все было тщетно. Ну, опять же, да, вот узнать причину, уговорить ее вернуться. Имеет ли смысл, точнее, какое имеет значение причина? Имеет ли она значение, какое причина? Почему девочка там от вас решила уйти, например? То есть, как бы, я, конечно, опять же, не знаю, но далее. Уговорить. Вы пытались ее уговорить вернуться. То есть, опять же, я не знаю всех как бы деталей, да, я могу не знать всех деталей, но когда вы уговариваете человека, как правило, вы унижаетесь, как правило. Вот были ли основания у вас для того, чтобы унижаться? И почему вы унижались вообще? Ну, это вот, мне кажется, то, на что вам очень желательно обратить свое внимание, да? Как девочка восприняла то, что вы, к примеру, ну, унижались вот таким образом? Если вы унижались, конечно. То есть, мне кажется, что вот здесь, вот эти моменты все, да, их нужно эти все моменты поисследовать. Вот, потому что они важны, но они не раскрываются вами никак. Дальше. Так, она лишь сказала, что хочет, чтобы мы остались друзьями, и то, что ее чувство ко мне иссякло еще летом. Хорошо. Возможно, это действительно так. Давайте все-таки мы будем исходить из того, да? Постараемся.
стараться исходить из того, что это правда. Вот что вы будете делать, если это правда? То есть, знаете, как вы, вот, вопрос-то заключается в том, что девочка действительно, может быть, решила для себя, что она больше с вами не будет. Вот. Она действительно могла так решить. И мне кажется, что нужно все-таки допускать, вот именно допускать то, что вы с ним вместе можете больше и не быть уже. И что и как вы будете делать в этом случае, если вы не будете вместе, если у вас не получится, например, ее вернуть, к примеру, допустим. Вот. То есть я, опять же, я не хочу сказать, что прям вот обязательно это будет так. Но мне думается, что было бы правильно этот момент не исключать. Потому что он, ну, он вполне реален, этот момент. Вот. Так что здесь ситуация вот такая. Дальше. Вы пишете. Значит, чувствуете себя клиентом, но она об этом не говорила. Прошел уже месяц, а эти дни мы виделись несколько раз, она хорошо ко мне относилась, но только как к другу. Больше на объятия рассчитывать не приходилось. Смотрите. Смотрите, какая получается штука. Выходит вы. Ага. Хотите объятий. Выходит, что вам это нужно. То есть вот вам нужны объятия, получается. Давайте в таком случае подумаем, как и почему возникает эта потребность в объятиях у вас. Чего вам хочется, когда вы говорите про объятия? Что, ну, типа, что на больше рассчитывать там не приходится и так далее. Вот. Это все очень важные моменты. И очень нужно, чтобы вы на это обратили свое внимание. Далее. Значит, каждый раз, когда я переступал черту, она остановилась совсем другой и просила не занимать личное пространство. Ну, опять же, да? Здесь у меня вопрос возникает к вам. То есть, для чего вы переступали черту? Как это вообще говоря связано с девочкой? С тем, что, допустим, она хочет, тем, что... Допустим, ей нужно с тем, допустим, чего она желает, вот, как это все связано с ней, вот, было бы очень неплохо, если бы вы этот момент постарались бы раскрыть, вот.
и пояснить, соответственно, свои действия. Дальше. Так, я чувствую, что уже совсем не могу так. Не могу так, как? Совсем не могу так, почему? То есть, вы говорите, что я не могу так. Не можете, почему? То есть, какие чувства это вызывает именно у вас? Опять же. У этого есть причины. Есть причины, почему вы говорите, что так не можете. Но, на мой взгляд, нужно поисследовать этот момент, на мой взгляд. Как вы не можете, что вы не можете, из-за чего вы не можете, вот, и так далее. А у меня не получается вернуть ее, даже когда я осознал все свои грехи и переосмыслил свои ошибки и поведение. Почему вы считаете, что у вас вообще, условно говоря, были какие-то грехи, и почему вы считаете, что у вас были какие-то ошибки, и почему вы считаете, что вам, вообще говоря, надо было ну, менять свое поведение? Вот. То есть, то, что вы это делали, то, что вы пытались изменить себя, изменить свое поведение, это один момент, то, что вы пытались это сделать. Но почему это должно вернуть девочку, опять же, к вам? Это, на мой взгляд, это очень, опять же, важный вопрос, потому что получается-то, что, как я уже сказал, вы попросту не можете принять выбор своей девушки. А если вы не можете принять выбор своей девушки, значит, проблема в том, что вы без нее не можете. То есть, она вам для чего-то нужна. А дальше, хоть мы и предложим обтяться через ВК, это все равно ничего не дает. А что это должно давать, Николай? Почему вы считаете, что это должно что-то давать? Я понимаю, что вам ее не хватает. Я понимаю, что вам, именно вам, хочется чего-то большего. Я понимаю. Но какое это имеет отношение к тому, чего хочет она сама, девочка? Вот. Знаете, какая штука? Вот об этом я и пытаюсь вам сказать. Чтобы свои потребности, в данном случае, через девушку хотите реализовать. Я понимаю, что больше не могу так жить, ведь она единственная, кого я любил по-настоящему, она испытывала сильную симпатию. А, опять же, окей, вы ее любите, как проявляется любовь ваша? Если любовь это безусловное принятие партнера, в первую очередь, то явно у этого есть граница, предел. Пишу здесь и прошу о помощи, так как вскоре совсем потеряю надежду. Пожалуйста, ответьте на вопрос, мне нужно писать, что мне нужно отвлечь и найти другую. Нет, об этом писать не будем, и говорить не будем. А какой помощи-то вы хотите? Какой помощи вы хотите? Вернуть девочку? Можно попробовать вернуть. Можно попробовать. На это есть, на это нужно время, на это нужны силы, и гарантии никто не даст, что у вас получится это сделать. Но попробовать можно. Для этого нужно провести анализ ваших отношений, например, как минимум провести анализ. Для этого необходимо снизить значимость девушки для вас.
тоже обязательно, да, обязательно условие, чтобы вы не стремились к ней так сильно. Чтобы она увидела, что вы, в частности, живете дальше. Вот. И если у нее к вам остались чувства какие-то, вот. Понимаете? Если у вас остались, если у нее, точнее, к вам остались чувства, то она даст их, ну, она даст им, ну, какой-то выход. Вот. Такая вот история. Понимаете? Вот. Если вы согласны на это, то есть если вы согласны на такого рода работу, то никаких проблем не будет. Ну а если вы не готовы, ну что ж, в таком случае уточните, какой помощи вы хотели бы. Именно какой помощи вы хотели бы. Какая помощь вам нужна в таком случае. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку «Буду рад помочь». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.